Центральное место является Иисус Христос. Это Его Голгофа. И сегодня Господь приглашает каждого человека. И мы понимаем, что мы можем прийти с благодарностью к Голгофскому кресту, поклониться за спасение и любовь. Мы понимаем, что мы можем прийти к Голгофскому кресту с сокрушением и сказать: «Господи, поведи меня дальше. Я хочу покаяться, я хочу смиряться пред Тобой». Мы понимаем, что Голгофский крест дает обновление сердцу человека. И подобно тем каменным скрижалям, которые Бог дал Моисею, и Моисей в руках держал эти каменные скрижали, на них был написан закон Божий, его заповеди. Подобно так сегодня Господь желает взять наше сердце, держа в руках, обновить его, положить в него свой завет, положить в него, обновить свои заповеди, свои учения. Потому сегодня Господь приглашает каждого человека к Голгофскому кресту. Об этом мы хотим спеть. Творца вселенной, почерк любви неизменной, был на скале отмечен много столетий назад. Те письмена святые через века седые слушай душой и сердцем. Слушай, сестра и брат, каменные скрижали, руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, сердце мое писали каплями крови и слез. Как борозда среди поля, Божья святая воля на свое поле жизни, друг мой, перенеси. Пусть он святым елеем душу твою согреет, пусть как родного сына в жизни благословит. Каменные скрижали руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, сердце мое писали каплями крови и слез. Разбил этот камень, как Моисей на гору, скорее, друг, поспеши. Стань у креста поближе, пусть он снова запишет волю свою святую на скрижалях твоей души.
каменные скрижали, руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Очи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое писали каплями крови и слез.